Доброе утро. Здравствуйте, наши уважаемые. Мы начинаем наше гостевое включение. Сегодня оно музыкальное будет. Поговорим сначала, а потом обязательно сыграем для вас. Раньше, давным-давно, в старые добрые времена, когда на праздниках не было аппаратуры, колонок, музыкальных приспособлений, плюс ко всему еще не было тех людей, которые могут сводить музыку профессионально, нынче диджей называется, раньше был другой человек, баянист, и без него не обходился ни один праздник или печальное событие. Сегодня мы предлагаем вам загадывать между нами желание, потому что в студии появляется Евгений, и сегодняшний весь наш разговор можете что-нибудь придумать, и ваше желание будет исполняться. Итак, давайте встретим. У нас сегодня в гостях Евгений Абрамов, солист областной филармонии города Кустаная и Кустанайской области. И играет он на баяне. Доброе утро. Доброе утро. Мы рады вас приветствовать. Большое спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Да ну что. Евгений, ну давайте начнем, потому что я точно знаю, что ваша семья – это одна из самых творческих семей нашего города. Мама работает в филармонии, танцует и сама преподает. А вы, старший ее сын, играете на баяне, также вы солист областной филармонии. Ваша младшая сестра – средняя сестра, да, играет на скрипке и также и танцует. Все это филармонии. И все это филармонии. Младшая, да, дочка, ей 5 лет, сестра младшая, да, ей 5 лет, и она еще пока ничего не делает, и слава богу, кто-то должен отдыхать в семье. Вот не просто ли, скажите, живется в такой семье? Ну почему? Ну, это обычная семья. Ничего такого, в принципе, сверх нету. Я не знаю. Обычно живет. Ну, смотрите, любые творческие люди, они всегда странные, согласитесь. Все люди странные. Не только творческие люди, у всех свои тараканы в голове. Это как бы не особо влияет. У меня мама еще, помимо того, что занимается сейчас хореографии, до этого тоже заканчивала по классу аккордеона здесь, в Кустанае, это было очень давно, как концертмейстер. Так что... Ну, то есть дома вы в любом случае собираетесь, репетируете все вместе? Нет, это не так происходит. Дома не репетируете? Нет. Ну, смотрите, ну вот мама ваша думает танцы, да? Сестра ваша играет на скрипке, вы играете на баяне. То есть надо дома репетировать в любом случае? Я занимаюсь филармонией только непосредственно. Так. Дома, да, уже инструмента не касаетесь? Нет. У меня нет своего, чтобы его дома касаться, инструмента. Все филармония дает? Все казенное, да. Все казенное, хорошо. Ну вот вам сколько лет сейчас? Мне 23. 23 года. А для молодого поколения баян – это инструмент не очень популярный, к сожалению. Совсем не популярный. Да. Почему именно его выбрали? Я не помню. Мне было лет 6 или 5. И мама говорит, я просился. А, нет, там вообще... Там другая история была. Там у моей бабушки, получается, был инструмент баян. Он стоял просто дома, и я вот постоянно его трогал, и мне нравилось на нем играть. И меня, в общем, так и отдали. Отдали в музыкальную школу? Да, здесь, в Кустанае. Ну вот, получается, вы закончили общеобразовательную школу в любом случае. Да. Да, и музыкальную школу параллельно, скорее всего. Да, это все было тогда, все вместе было. И потом уже музыкальное училище или все, или так уже остались на уровне музыкальной школы? Нет, и... потом я ездил в Астану, потом вернулся обратно в Кустанай, потом учился в Рудном. В общем, я был много где. Я учился много где. Что касается вот именно игры на баяне, чем он отличается? Потому что есть очень много инструментов. Вы принесли к нам все тоже инструмент, баян, но по техническим причинам мы не можем сегодня сыграть. Мы покажем вам видео, на котором Евгений выступает, и покажет вам мастер-класс, как это необходимо делать. Инструменты чем отличаются? Есть масса нюансов. У каждого инструмента есть своя специфика. И конечно. Вот, да, и для многих просто баян – это баян. Просто, это баян, что, да. Баян и баян. Сел и играешь. Да, сел, все баян верно. Порвал в конце праздника, значит, он сдался. Это все потому, что баян – не такой старый инструмент и имеет не такую большую историю. Как? Серьезно? Да, вот сам баян в классике, в классической музыке появился не так давно, где-то в Советском Союзе, я так думаю, в годах 60-х. Вот. До этого это был народный инструмент, то есть все-таки было, в конце свадьбы рвали меха и все прочее. И с тех пор инструмент начал эволюционировать, добавлял что-то новое, добавлялись новые ряды на клавиатуре для удобства исполнения, добавлялись новые регистры,
я пояснил, регистры, да, да, да. регистры отвечают за звучание. То есть, если раньше баян звучал баяном, то теперь баян может звучать органом, баяном, баяном с флейтой пикколо. Тути — это когда что-то вроде имитации оркестра, ну, очень громко получается. Да. И прочее-прочее, кларнет, фагот, все что угодно. И это позволяет играть очень много произведений разных. Uh-huh. То есть все, что написано для органа, пожалуйста, переложил на баян, играешь. Для клавира и некоторые оркестровые тоже можно играть. Тоже брать и... Да. Ну, там прикладываешь определенные усилия, потому что это же партитура. И ты перекладываешь это на инструмент, то есть что-то сжимаешь, что-то выкидываешь, что-то врезается, урезается, и самое главное в итоге остается, что ты играешь. Отлично. А для многих людей, которые далеки вообще от музыки, в том числе и я, потому что это было давно-давно в моей жизни, аккордеон, баян. Тут все просто. Чем это отличается? Ну, конечно. Ну, что у вас? Аккордеон? Нет, это баян. Это баян? Нет, это аккордеон. Есть очень много... Да, все чего-то. Просто. На аккордеоне клавиатура фортепиано с правой руки. Выглядит это как так. Ноты, получается? Да. Ну, в смысле, как на фортепиано. Как на фортепиано, только вертикально. Mm-hmm. Баян — маленькие круглые кнопочки. Хорошо, а как вы вот с кнопочками управляетесь? Как вы быстро находите? Потому что это как бы и правая, и левая рука. Это, наверное, все с детства. Тренировки еще, да, безусловно? Да. Естественно, сначала... Чем бы вы ни занялись, сначала ничего крупного получаться не будет. Сразу так. Ничего хорошего не будет, да? Ну, что-то вроде того. Везде нужен опыт, и везде нужно что-то делать, трудиться, чтобы что-то получить. Также и тут это просто, знаете, откладывается внутри. Я уже об этом не думаю, это вот просто есть. Импровизировать умеете? Нет, к сожалению. Пока только все заученное, то, что знаете, не знаете. Да, такая вот у меня школа была. Я вот с детства по нотам, и везде по нотам, и чтобы так не было никогда. Это учится этому, это если поступаешь на эстрадное куда-то, то можно. Специально, да. У некоторых просто талант такой, знаете, они могут. Угу. Им это легко дается, и все тут. Хорошо. А вот сейчас в вашем арсенале сколько произведений? Сколько вы можете там взять и с легкостью сыграть? Ну, вот это у нас солист. Начнем с того, что у меня как бы все это делится на два пути, скажем так. О, интересно. Есть классика. Есть любимые, есть нелюбимые. Есть классика и то, что я в основном сейчас нигде не играю, но это вот... Нигде не играете? Даже и в филармонии не играете? Да. Да почему-то? Потому что... Каникулы? Нет, не каникулы. Или просто баян никому не интересен? Или что? Почти так, да. Все-таки... Баян в таком виде никому не интересен, кроме узкого круга людей, которые этим занимаются. Угу. Да. Все-таки может поехать в далекую деревню, в глубинку, да там стать первым парнем на деревне. Я, наверное, думаю, что уже и так не получится. Даже так? Да. А, потому что там везде, в любой месте есть интернет. И зачем мне баян, когда я могу спокойно одеть наушники, да, и послушать? Да. А второй путь, скажем так, это эстрадный. Я начал не так давно, ну, как бы давно. Ну, как бы вам 23 года, все недавно было. Да, да. Я начал этим заниматься, вот прям начал совсем недавно, скажем так. Пробовал давно, а вот как-то подобрать репертуар и что-то сделать в этом направлении начал сравнительно недавно. И сейчас у меня есть, я вот недавно сделал произведение номеров 6 еще нет. Вот. Честный, открытый музыкант. Слабо, у меня там столько произведений, я могу любую вещь сыграть. Нет. 6, нет, все-таки 5. Нет, может быть, 4 точно, да? 5 точно. 5 точно. 5 точно у меня есть. И все двигается тяжело, все как-то, знаете. Непросто. Непросто. Ну, смотрите, ну вам 23 года, хочется и погулять, хочется и на дискотеку сходить, хочется и так, а тут баян. У меня такой характер. Я не люблю все это. От меня шумные это далеко. Веселье. Да, я вот как-то это может не вяжется с тем, что я делаю, но на сцене это одно. Ты вышел, сыграл, это совсем другое. А участвовать в этом, ну как бы
с другой стороны. Я не особо люблю. Вот я смотрю на вашу прическу. Это такой утренний хендмейд или у вас каждый день новый образ? Нет, у меня каждый день всегда так. А, это вы просыпаетесь так вот, взъерошили специально и пошли? Нет, это я просыпаюсь, ничего не делаю и иду. Оригинально. Это специальный такой творческий подход к внешности. Я не знаю. У меня много кто спрашивает по этому поводу, и это само собой получается. Ну, знаете, это как кто-то расчесывает волосы. Кто-то укладывает. Кто-то укладывает волосы. И кудрявые можно выпрямить, прямые можно завить. Да. А я вот просто не расчесываю. Я просто не ничего не делаю. Я вот помыл, встал с утра. Ну, конечно, я, может, немножко подправил, потому что, ну, может, совсем беспорядочно. Совсем ерунда, как у меня. Нет. Все. Я понял, Евгений. Хорошо. Я хочу вернуться к вопросу про филармонию. К сожалению, так сказали о том, что я сейчас нигде не выступаю. Хотя есть концерты, хотя есть произведения, и хотя есть возможность выступать. Это вы же солист областной филармонии. Но это можно. С Александром Сергеевичем мы договоримся. Вы говорите, как есть. Что, в самом деле, надо дорогу молодым давать. Но если на то пошло, нет, филармония помогает в некоторых аспектах, само собой. Ну, во-первых, ну, инструментом, во-первых, место для репетировать можно. Но с другой стороны, может, я, возможно, не такой настойчивый, как можно было бы быть, но и проблема, допустим, с аранжировками или какими-нибудь новыми номерами, с этим вот мне не помогает. Это вот приходится вот очень долго, прям упорно и усердно. Я сделал такими трудами всего один номер, и потом подумал, нет, я вот лучше как-нибудь сам где-нибудь найду, может, кто-нибудь чем-нибудь и поделится. И кто-нибудь чем-нибудь и поделился. Да. Мир не без добрых людей. А потом думаю, раз такое дело, может мне самому научиться писать музыку. И вот недавно начал. Ну, пока так себе получается, но я думаю, все будет. Да. Хорошо. Может, все-таки бросить баян? Нет. Ну, я этим занимаюсь большую часть своей жизни. С 6 лет. Да, это больше половины. Ну, это да. 23 года, из них 6 лет был нормальным человеком, а 13 лет был, ну, 17 лет с баяном. Да. Тоже нормальный человек. Ну, тоже нормальным человеком, не спорю. Нет. Может быть, придать этот инструмент и, так скажем, пересесть на другой? Так сказать, гитара, то, что такое, скрипка, опять-таки же, или два скрипача в семье, это перебор. Я люблю то, чем я занимаюсь. Mm-hmm. Мне это нравится. И дело тут даже не принципа. Ну, вот я 13 лет, и все, я вот буду этим заниматься. Нет. У меня, вот знаете, у многих, может, стоит вопрос вообще не касательно меня, а касательно про жизнь, вот чем я буду заниматься. Ну да. Вот сейчас вы смотрите, много людей, которые закончили школу нынче, и отправляются учиться в высшем учебном заведении. Куда идти, чем заниматься я буду. Там. Но у вас не стало такого выбора. Да, да, вы сразу музыка, да, все остальное. Я не думал об этом никогда. Я по себе помню, музыкальная школа – это такое большое испытание для молодого человека, так скажем. Я учился с первого класса в общеобразовательной школе и с первого класса в музыкальной школе. Вот с первого по седьмой класс у меня было две школы. И для меня это было очень серьезное испытание, когда весна, когда дети уже, мои сверстники, заканчивают учиться, когда слышишь, как играет футбол на улице, прекрасные слова, эй, ты куда дал пас, а в это время ты сидишь дома и учишь экзамен, который надо будет тебе сдавать вот-вот на днях. Повторяешь все. И также соседи безумно рады, когда ты играешь на фортепиано. Это да. Ну, не было такого про... Я в музыкальной школе... Не учился, да? Учился. У нас был спецкласс. Это тогда было 12-летнее образование в музыкальной школе. 12-летнее? 12-летнее. То как? Это вот, сейчас скажу. Да, если не ошибаюсь, по-моему, 12. Либо, нет, 12. Точно помню, 12. Или 9. А школа обычно 11 лет? Нет, 9. 9 лет музыкальная? Ого, 9 лет? Тут 7 лет или как? И это было объединенное, понимаете? Я ходил... У нас были общеобразовательные и музыкальные первые 4 класса. Угу. То есть у меня общеобразовательные проходили в музыкальной школе. А, вот как, вот слушайте, как, интересно. Да. А потом
Потом, слабо помню, но что-то в помещении детского сада нынешнего, там, я уже не помню даже какой номер школы, но все тот же класс и все те же ребята, которые занимаются музыкой, и поэтому мне не пришлось как-то на два фронта бегать. Ну, музыка так плавно вошла в вашу жизнь с первого класса, эти пор вы не расстались. А люди, которые вместе с вами учились, также продолжают заниматься музыкой? Не общаетесь, не знаете? Нет, я знаю, но большинство нет. Бросили? Большинство, да. Ну, как вы думаете, как все-таки сохранить себе любовь к музыке? Потому что некоторые все-таки с самого детства, вот родители хотят, чтобы дети умели все. Они его отдают и на музыку, и на спортивные, там, бальные танцы, и на карате, и на бокс, и все остальное. И потом еще и школа. И вот у ребенка 10 секций, и он каждый посещает по времени, и его заматывается, устает. Как вы считаете, это правильно? И потом вырабатывается такое отвращение к музыке. Говорит, ребята, да я там этому да никогда в жизни за инструмент не сяду. Мое мнение по этому поводу, про кучу секций, у меня немножко другое. Я считаю, что так делать не нужно. Ну, многие не согласятся, но за двумя зайцами не угонишься. Надо выбирать что-то одно. Такое. Это, знаете, это что-то вроде... Даже вот если заниматься какими-то двумя вещами, то в конечном итоге тебе придется выбирать. А если ты любишь оба этих занятия, да, то выбирать довольно тяжело. И там еще возраст неподходящий на самом деле. И вот то есть надо музыка... Я считаю, что нужно ограничивать немножко выборы. Не то, что ограничивать, а вот... Для ребенка? Да. А вот в плане отдавать на что-то одно. И все. И все. Хорошо. Ну, а как вы считаете, вот с 7 лет, с первого класса вообще надо детей учить музыке? Да. Обязательно? Да. Это, знаете, в Европе у них на музыку отдают с лет 13-15. Это связано с тем, что они как бы сами делают выбор, осознанный. Это все понятно. Но есть другая сторона медали. Она заключается в том, что в возрасте 7 лет у ребенка мозг, он достаточно гибкий и может впитать намного больше, чем в 15 лет. Это факт, ученые доказали. И поэтому у нас вот советская школа и вот СНГ все в плане музыки играют лучше в основном, потому что начинают раньше. А Европа не поспевает? Не поспевает. Ну, хотя бы где-то мы впереди планеты всей. Да. Евгений, вот ваша младшая сестра, которой 5 лет, я так понимаю, что вот средняя – это Галина, все правильно? Все правильно. Да, играет на скрипке Абрамова. Вы, Евгений, играете на баяне. Мама ваша, удивительно потрясающая девушка, которая и танцует, и преподает. И преподает. Что младшенькая будет делать, если у вас уже танцы, скрипка и баян есть в семье? К чему-то тянется душа в нем? Да, на юриста пойдет. На юриста пойдет? Или на врача. Нужен человек в семье. Ага, но только не музыкант. Я не знаю, как, к чему. Но она вроде тоже хочет и поет, и вроде получается. И ну как решится это все? Понятно. Нет, ну, представляете, ну, столько творчества в одной семье, это, боже мой, это же так непросто, мне так кажется. Ну, это, да нет, у нас никогда не происходит чего-то, что-то одновременно. Что-то одновременно никогда ничего не происходит. Чтобы все сразу сели заниматься или делать свои дела. Ну, ваша мама стала же лауреатом премии клуба меценатов, все правильно? Да, все верно. Да, ну вот в этом году или в прошлом году. В прошлом году, да. Ну, это заслуга, согласитесь, безумно рады и счастливы, да, когда оценивают. Конечно. Конечно. Ну а своих детей? Своих детей. Ну, дети-то в любом случае у вас будут. Ну, я пока не планирую. Нет, ну хорошо, вы не планируете. Вы не планируете. Но в любом случае они должны быть, и они будут, я уверен, в этом обязательно. На музыку отдадите? Как захотят. Как захотят. Как захотят. Вы все-таки не хотите, да, их наставлять? Это не то, что не хочу. Просто вот вы знаете, вы, наверное, тоже встречали людей, которых в детстве отдали куда-либо. Вот, скажем, музыкальную школу. Ну вот я, вы отдали музыкальную школу, я своих детей не поведу их туда. 7 лет, сольфеджио, музыкальная литература, специальность, хор. Но это действительно становится бессмысленным, если нет желания в будущем этим заниматься. То тогда это... Вот если вот просто закончить 7 лет в Кустанае музыкальной школы, а потом забыть и пойти куда-то учиться, то лучше тогда не надо так делать. Да. А для общего развития?
Для общего развития можно ходить в вокальный кружок какой-нибудь. Два раза в день. Попей. Иди попой, да, и все просто. Или много чего можно для общего развития. Есть много чего для общего развития. Но музыкальная школа конкретно так, чтобы уже... Ну, вообще я считаю, идти в школу, чтобы потом этим заниматься. Да. Все понятно. Хорошо. Евгений, ваши пожелания всем телезрителям, расскажите, поведайте. Ну и какие-то концерты, какие-то выступления будут впереди или все-таки... Сейчас у нас в филармонии отдых. Все отдыхают. Сейчас у нас в филармонии... Сезон закрыт. Ремонт. Да? Ремонт. Ну я желаю всем заниматься тем, чем хотите заниматься. В плане того, что занимайтесь правильными вещами. Ух ты ж как. Которым лежит душа. Вы знаете, буквально в последние выходные июня, вот в это воскресенье, был день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Занимайтесь, вот так сказать, занимайтесь правильными вещами. Да, занимайтесь. Занимайтесь музыкой. Где вдохновение берете, скажите еще. Оно как аппетит. Приходит во время еды. Ну, я смотрю по вашей фигуре, у вас аппетит, наверное, не очень хороший. Я так специально, хоп, закрылся. У меня это генетическое. У нас нету полных людей. Полных людей. Ну да ладно. Зато так приятно держать баян, который на тебе так вот, да? И он так не выпирает. Вы знаете, я просто не принес большой инструмент, а так бы это было непропорционально. Да, это было бы слишком большой инструмент и слишком худой я. Хорошо, уважаемые дамы и господа, прямо сейчас мы сделаем маленькую паузу для того, чтобы поставить видео, где Евгений лично выступает. Ну и сегодня, ну я так сделал маленький по скрипту, мы сейчас что-нибудь тоже возьмем, инструмент, да что-нибудь споем, какую-нибудь частушку бодрую, веселую, утреннюю. Ну а тем временем вам желаем хорошего дня и напомню, что у нас сегодня в гостях был Евгений Абрамов, солист областной филармонии и человек, который профессионально играет на баяне и этим зарабатывает на жизнь. А вы... Будьте с нами, доброго утра, и наша программа продолжается.